мечты должны сбываться. Пусть даже не свои. В общем, ты хотела познакомиться с режиссером? Хотела? Да. Вот с этим. О, смотри. И что я буду с ним делать? Ну, я не знаю, что делать с режиссером, когда хотят получить главную роль. Да? Спасибо. Да, как откроешь душу, тебе туда грязные сапоги. Ну, почему ты сапоги? Я же тебя неправильно поняла. Я просто, ты же, послушай, ты же хотела попасть в кино. А в кино не только там артистки нужны. Нужно начинать, понимаешь, идти по ступенькам на них. Там нужны буфетчицы, понимаешь? Да, там, да, нужны, да, там нужны хлопушки, там я много чувствую. Кофе можно приносить, можно бесплатно. Спасибо. Просто подышать этим запахом творчества. Я поняла тебя. Ты думаешь, если я твои погремушки забрала, так я прыгну к режиссеру в койку. С моим талантом? Спасибо, не надо, нет. Ну как хочешь, не хочешь, не хочешь. Не хочу, хочу. Ты меня сейчас задушишь. Откачаю. Да. Да, 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 смотри, смотри, тут режиссер. Сейчас, смотри, смотри, тут режиссер, видишь, вот этот режиссер. Короче, у этого режиссера дочка работает в моем магазине. Да. Да, представляешь, есть такие дети у режиссеров, которые, посмотревши на своих папашек, не находят. Нет, нет, нет. Ой, у меня такой случай был, ты знаешь. Да. Короче, это дочка, вот она, видишь? Да. Это дочка. Сделает все, о чем попрошу ее я. Кстати, я, смотри, я ездила, когда еще такие были времена, а симпатичные, да? Ладно. Короче, давай, пиши дело. Пожалуйста, внимательно. Я смотрю, давай. Как будто отвлекаешься все время. Короче, эта дочка сделает все, о чем прошу ее я. А папаша, вот этот режиссер, сделает все, о чем попросит его дочка. Ага. Это точно? Я думаю, что попробуем послушать. Когда? Ну, когда? Ну, когда, ну, скажи. Слушай, ну, сейчас уже часы идут, не да. Сейчас уже поздно, но завтра с утра, кстати, забери это лишнее совершенно. Завтра с утра мы начинаем операцию «Все в жизни по блату». Спасибо. Спасибо. Девушка, спасибо. Ой. Мужчина, спасибо. Я не хочу отвлекать тебя, а ты с кем разговариваешь? Спасибо всем. Я хочу поблагодарить всех, с кем можно спокойно поговорить о кино, о Спилберге. А я здесь ни при чем. А вообще, а мне не надо, спасибо. Спасибо, я просто не знаю, как тебя отблагодарить. Да что мне? Подожди, подожди, я знаю. Я знаю. Ну, счастье, счастье, сейчас умрешь просто. У меня знакомый. Ректор Уфтула. Поняла? Нет, стой, сейчас. Ректор Уфтула. Репродуктула? Да, да. У меня знакомый. Он знакомый почти. Мой тесть. Так, сейчас я тебе его покажу. Почти мой тесть. Сейчас, подожди, где мой телефон? Ой, Марго, ты давай, ты выпросил его. Сейчас. Ну, упал на тебя. Ты все съешь. Да. Это не продуктолог, я поняла, у меня кто, не ругайся, пожалуйста. А это его дочь. А сейчас самое интересное. А что он говорит, репродуктолог, вот что? Нет, его дочь репродуктолог. Репродуктолог, да. Она взлетела от моего Лёши. Боже, какая удача. И главное, что дочь репродуктолога. Всея России. Вот, забеременела от моего Лёши. А Лёша, я говорю, а что репродуктолог, скажи? Он что, может вот так вот все это... Да. Он может смотреть цвет глаз, цвет волос, кем хочешь, когда хочешь, с кем хочешь. Все сделаем. Вплоть даже до размера ноги. Вот все, абсолютно. Ой, как интересно. Смотри, скажи, как я могу сделать? Да. Попрошу дочку. Да. Тут я бы поняла, да, пропускать. Да, чтобы она попросила у папы репродуктолога. А вот что, он что? А он? Женат, нет? Нет, кто ты делал, ты не... Он не женат! Он не женат, это репродуктолог. Так, да, Алёшка, Алёшка. Что, Алёшка? Оставьте Алёшку, мы в покое сейчас дадим. Я просто спросила, когда... Не надо, ты забудь, Алёшка. Ладно, всё, ты знаешь, вообще-то мне силу
слушай, подожди, подожди. Знаешь, давай сделаем так. Для начала я просто пойду и запишусь на прием, а там уже как пройдет. А пойдем, потрясающе. Пойдем замечательно, я тебе обещаю. Ты только не зря же, он занимается такой труднопроизносимой профессией. Она хотела, не знаю.